Здравствуйте, дорогие друзья! Вы поняли, что в эфире программа «Жить здорово»? Здорово, правда? Здорово! Дорогие друзья, в последнее время многие знаменитости привыкли праздновать различные юбилеи. У кого-то уже это переросло в хронический юбилизм. Но дело в том, что у нас сегодня тоже юбилей. Сегодня ровно 100-й выпуск программы «Жить здорово». Аплодисменты! Здорово! Здорово! Вы знаете, я решила отметить эту круглую дату как-то по-особому. И не успела, в отличие от наших операторов. Поэтому вас сегодня снимают не телевизионные камеры, а рентгеновские аппараты. Спасибо, здорово, правда? Вы знаете, а наш реквизиторский цех отмечает уже целую неделю. Поэтому наша программа осталась без макетов. Но, как говорят хирурги, безвыходных ситуаций не бывает. Тем более, что речь у нас сегодня пойдет о мужских мышцах. Поэтому я решила пригласить в нашу студию прекрасного стриптизера. А что у нас за нервный смешок? Я же еще не сказала, кого. Тарзана! Аплодисменты! А вы еще до Тарзана не доросли. Жить так здорово, здорово. Жить так здорово, здорово, здорово. Здравствуйте, Тарзан! Ух, и здоровый же вы! Ну, это здорово, правда? Знаете, я всегда мечтала вас спросить, почему вы называете себя Тарзаном? Время от времени тянет полазать по деревьям или просто поёрзать по стволу? Знаете, ну ни того, ни другого у нас в студии нет. Зато есть роскошный стул. Вот его и осваивайте. Как говорится, чувствуйте себя как дома, раздевайтесь. Правда, раздеваетесь вы чаще всего на работе, правда? Парадоксально. Вы знаете, но мне все-таки понадобится помощница доброволец из зала, поэтому я уж не знаю, вы простите, пожалуйста, я вот пойду, наверное, и вот, наверное, вот сюда. Моя дорогая, прошу вас, составьте мне, пожалуйста, компанию. Не просто я переговорю и все. Аплодисменты, друзья мои. Смелее, мой хороший. А, ой, правильно, молодежь на сцену, правильно. Что-то я как-то не подрасчитала силы. Здравствуйте, мои милые, как вас зовут? Маша. Маша, здорово. Вы знаете, каждая женщина по статистике в России хотя бы на 5 минут мечтает почувствовать себя Наташей Королевой. Вы не переживайте, платить не нужно. Тарзан сегодня спонсорски раздевается на нашей программе, будет макетом. Машенька, встаньте, пожалуйста, с этой стороны и просто повторяйте за мной движение, следуйте инструкциям. Договорились? Договорились? Стриптиз очень прочно вошел в нашу жизнь. Вы знаете, даже любимое слово любого врача – «раздевайтесь». А как часто мы, жены, раздеваем своих мужей, приговаривая: «Скажи, гад, куда заначку спрятал?» Судя по первым рядам, вы эту заначку нашли. Как здорово, правда? Маш, а я тем временем попрошу вас раскрыть роскошную воротниковую зону Тарзана. Смелее, не бойтесь. Ой, как здорово, это правда. Здорово, раскрывайте. Смелее. Боже, что же вы так зарядились-то плотно? Машенька, молодец. Я вижу, вы дорвались впервые, да? Маш, развернитесь, пожалуйста, спиной к нашим зрителям, чтобы они могли, так сказать, лицезреть. Маш, пощупайте, пожалуйста, воротниковую зону Тарзана. Щупайте смелее, активнее, наяривайте. Наяривайте, не сдерживайтесь, когда же-нибудь надо начинать, правда. Ну, правда, здорово, здоровые мышцы. Вы знаете, не у всех мужчин они такие. Все это зависит от того, сколько человек сидит на этой шее. А вот это дельтовидные мышцы спины, потому что они слегка напоминают дельтаплан. Я попрошу вас, Маша, сейчас включить свое воображение, а Тарзан поможет нам это сделать. Тарзан, смелее, встаньте, пожалуйста, на четвереньки, смелее.
впервые, на четвереньки. Вам не впервой, знаете, а нам приятно. Раскиньте, пожалуйста, крылья. Молодец, пошире. Ну что ж, роскошный тарзолет. Машенька, что ж вы стоите? Занимайте посадочные места. Смелее. Их-то всего раз. Здорово, смелее. Я думаю, что и мне местечко найдется. Вот, вот так уже как-то подпристроились, ну правда? Главное, что всем здорово, и Маше неплохо. А Тарзан вообще просит ему поаплодировать. Поаплодируйте, пожалуйста. Здорово, так все идет. Правда, пока Тарзан балдеет, Маш, я думаю, о чем бы поговорить дальше. Ну, Тарзан сам намекает нам, показав свои роскошные груди. Осваивайте стул, Тарзан, а мы тем временем с Машей поговорим о ваших так называемых банках. Вот эти банки, они так называют, скорее всего, потому, Маш, пощупайте смелее, смелее, поплавнее движение. Тарзану так больше нравится. А мне-то как нравится, правда, здорово? Надо же, такая красота в такой вблизи и за даром. Вы знаете, эти банки, они накачивают, перенося, очевидно, тяжести. Да я бы сказала, не банки, а бутылки с закуской. Здорово. Вообще, Машенька, возьмитесь, пожалуйста, вот за эту мышцу. Посмотрите, как я. Знаете ли вы, Тарзан, что мышца умеет способность растягиваться? Чуть-чуть растяните, пожалуйста, Машенька. Мышца умеет растягиваться и даже рваться. Вот так. Смотри, как мы с вами синхронно работаем. Здорово. Самое приятное то, что Тарзану тоже нравится. Да пройдите сюда вперед. Смотрите, ну какие же это банки? Ну какие? Ну просто домашние пирожки. Маша, слыхали вы выражение «поиграть мышцами»? Слыхали? Ну, давайте поиграем мышцами Тарзана. Ловите. Приподнимите, пожалуйста, выпечку. А Тарзан тем временем демонстрирует нам мышцы груди. Маша, обратите внимание, что то место, которое у нас, у женщин, называется системой снабжения младенцев молоком, у мужчин здесь всего-навсего две небольшие изюминки. Потрогайте их, Машенька, потрогайте. Смелее. Что-то вы быстрее меня трогаете, Маш. Я не поняла, вы вцепились прямо в этот изюм, правда. Знаете, он настолько маленький, что я предлагаю рассмотреть его поближе. Да смотрите, как здорово. Вот изюм, вот булочка, вот булочки с изюмом. Просто какая-то домашняя кулинария у нас получается. А Тарзан тем временем демонстрирует нам свои роскошные, Маша, повторяйте за мной, ягодичные мышцы. Маша, я смотрю, все-таки небольшой опыт у вас имеется. И это здорово. Что, Тарзан, они у вас были на самодемонстрации, я поняла. Ну и правда, ягодичные мышцы, какие же это ягоды, правда? Вот Машенька знает, что из этих ягод компот не сваришь, правда? Ну что ж, вы знаете, а мы тем временем с Машей и с нашей программой подошли к концу. Я смотрю, как заволновался Тарзан. Скажите, Тарзан, что снилось вам сегодня ночью? Кошмары. А какие? Что шест сломался и стринги провались. Действительно, кошмар. Сон в руку просто. Тарзан, я хотела бы как-то пикантно, эффектно закончить нашу сегодняшнюю программу. И поэтому я попрошу вас показать нам еще одно место. Я смотрю, вы не решаетесь. Тогда я приглашу в студию наших очаровательных помощников. Встречайте! Ну что ж, все идет хорошо. Программа продолжается. Как говорим мы, хирурги, врачи, хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Тарзан! Мне так приятно, что вы дергаетесь, прям вот здорово.
как вы думаете, Машенька, какой орган у человека способен увеличиваться в объемах до 6 раз? Я смотрю, как нервничает Тарзан. Это здорово! Давайте покажем. Это зрачок глаза. А ваши ха-ха всего в 2,5. Здорово, правда? Правда здорово? Я смотрю, Тарзан забалдел окончательно. Машенька, вы тоже сегодня узнали для себя много нового, правда? Вы знаете, тема нашей следующей программы – роды. И поэтому на следующую программу, Машенька, я опять приглашаю вас и человека, который знает о родах все, 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 Никиту Джигурду. Спасибо, родная, спасибо, моя золотая. Будьте здоровы! Здорово, здорово, жить так здорово, здорово, здорово жить! Елена Воробей! Елена Воробей!